Так, всем привет. Будем готовить опять мозговые косточки с баклажанами и с картошкой. Так, ребят, это чеснок. Мешаем, делаем соус. Добавляем масло. Так. Фонарик. Добавляем, ребят, перец черный. А, просто на глаз. И паприка копченая. И соль. Все это перемешиваем. Так, ребят, вот так это мы все размазываем с чесноком. Вот так это будет выглядеть. Сейчас полезу это в духовку. Вот так, ребят, это в духовке выглядит. Поставим на 45 минут на 180 градусов. Ребят, вот так это выглядит после 45 минут. Эти стояли чуть выше, видите, баклажаны. Потемнели, но они тоже вкусные, мягкие. Сейчас попробуем. Вот так, ребят.